Джу – наша сестричка, сердечко, наша душа. Она чересчур классный человек, которого хочется всегда видеть, слышать и благодарить за то, что она есть. А это настолько здорово, потому что Джу нашла мужа своей мечты. Начинается. Да, это человек, который с первой секунды, наверное, стал нашим. Ура! Пошли. Это Александра. Серега! Андрей! Юля! Круто! Половинка нашего Андрея! Да, не думал, что у меня будет такой человечек, который всегда может меня поддержать. Может меня оценить. Она постоянно улыбается, постоянно смеется. Она замечательная. Он безумно упрямый. Он гиперэнергичный. Делает всегда как хочет. Очень целеустремленный. Люблю его за его доброе сердце. За его искренние, настоящие эмоции по отношению ко мне. Всегда чувствую его, где бы он ни находился, что бы он ни делал, даже молча. Я его чувствую, я понимаю, слышу его. Сделал мне подарок на день рождения и увез меня в Америку, в Нью-Йорк. И Юля очень хотела увидеть Ниагарский водопад. Неожиданно, но настойчиво настаивала, чтобы мы поехали на Ниагарский водопад. Вокруг было много-много людей, и тут в один момент никого нет. И только мы вдвоем. И я понял, что вот этот момент, я вот должен сделать ей предложение.